Так, ребят, всем доброго дня. Сегодня легкое, ну такое познавательное видео. Будем говорить сегодня про лампы свеча на ветру. Что это такое и для чего эта лампа вообще нужна? Ну вот, я одну снял лампу. Вот она у меня в руке. Сейчас я сфокусирую ее. Как видите, это обычная лампа Е14, рассчитанная под цоколь Е14. В данном случае она у меня светодиодная, только колба у нее верхняя сделана вот такой вот как бы свечой, то есть не свечой, а пламенем от свечи, которая как бы задувает ветер, и она так в бок вот уходит. Отличается, то есть не отличается она от обычной лампы, по сути это та же самая лампа Е14, отличается она только цоколем, а все остальное, начинка и так далее, здесь одинаковые. Берется она специально для дизайнерских люстр, которые рассчитаны под такие лампы. На некоторых люстрах даже пишут, что применение только ламп свеча на ветру. Иначе дизайн как бы рассыпается этой люстры и ну, смотрится откровенно некрасиво. Вот у меня такая же люстра, которую я купил. Как видите, она классического такого покроя, скажем так. И эти лампы смотрятся отлично. То есть сделано как подсвечник и такое как бы пламя. То есть ветер задувает и... Так вот светится она. Для примера включил, не включил, а вкрутил обычную лампу Е14 светодиодную. Вот, ну видите, она смотрится совершенно по-другому. То есть вот эти лампы, они смотрятся более как-то эстетичнее, что ли. Давайте попробуем сейчас включить это дело. Вот так вот все это смотрится, как мерцает, свет сильный. Давайте вот так вот издалека. Все равно мерцает. А, ну вот так. Вот, можно видеть, что обычная лампа смотрится не очень хорошо, ну, то есть вот эта вот лампа. А свеча на ветру, они смотрятся отлично, то есть они... Прям такие, как здесь и были, что говорится. В принципе, вот такое вот видео именно про эти лампы сказал. Стоят они, правда, дороже обычных из-за своего дизайна. Как правило, рублей где-то на 100 даже. То есть, если обычная лампочка вот 5-ваттная, допустим, недорогая, стоит где-то рублей 200, это будет около 300 рублей стоить. Вот. Применяются только в вертикальных таких люстрах, которые смотрят наверх. Если люстра у вас смотрит вниз, то если вы ее вкрутите, то смотреться будет ну, плохо. Я бы даже сказал, вообще как-то угрюмо будет смотреться. То есть висячие вот такие лампы, зачем, непонятно. Такая вот легкая статейка, легкое видео. Кому было интересно, подписывайтесь на наш канал. Будет еще много-много всего интересного. Все, ребят, всем пока.